На прошлой неделе в городах и поселках Большого Харциска прошел мониторинг деятельности учреждений культуры. Комиссия Министерства культуры ДНР, составленная из профильных специалистов, анализировала состояние помещений ДК, школ искусств, библиотек и музеев, оценивала эффективность работы отдела культуры Харцисской администрации. В первую очередь опирались на то, на качественное проведение работы в учреждениях культуры, как проводится работа, сколько коллективов в учреждениях, сколько народных, образцовых коллективов, это по клубным учреждениям, значит, состояние учреждения, что нужно в помощи, то есть в ремонте, какие кадры нужны, то есть именно общее состояние, потенциал Донецкой Народной Республики учреждений культуры. По данным Харцисского отдела культуры, за первый квартал текущего года было подготовлено и проведено более 300 мероприятий для людей разного возраста, которые посетило около 50 тысяч человек. Более 110 учащихся Иловайской, Харцисской и Зугрэской школ искусств стали лауреатами республиканских и международных конкурсов. Мониторинг проводится во всех городах ДНР для того, чтобы оценить состояние базовой сети учреждений культуры республики. Итоги проверки рабочая группа подведет в Донецке 27 июля.